наших граждан в отдельных местах заставляют принимать гражданство Российской Федерации. В других местах вопросы возникают, что нам делать. В этой связи мы сегодня обсудили этот вопрос и выдали разъяснение, что в соответствии и с установленным порядком, как Украины, так и тех договоров, которые подписала Российская Федерация с субъектами Федерации Крымом и Севастополем, мы разъяснили, что крымские татары при получении паспорта Российской Федерации, там автоматически, как они говорят, в течение месяца, они паспорт гражданина Украины имеют право оставить у себя. То есть в соответствии с российским законодательством двойное гражданство разрешается. Но там оговаривается, якобы нужно соглашение двустороннее, но вместе с тем, имея наличие второго гражданства, также там не разъясняется, что в этом случае будет, будут ли какие-то наказания. Поэтому мы рекомендовали все-таки оставить паспорт гражданина Украины и не беспокоиться об этом. Это только для крымских татар? Нет, мы обратились ко всем жителям Крыма с таким разъяснением. Мы не различаем, крымский татарин это или не крымский татарин.